Мне 30 лет. Говорят, что в этом возрасте пора стать серьезной. Что нужно изо всех сил строить карьеру. Или забыть про все, кроме семьи. Ничего не имею против семьи или карьеры. А эти подростковые шмотки, пора уже одеваться по возрасту. Говорят, сколько можно, хватит уже снимать эти видео для Инстаграма. Говорят. Да мало ли что говорят. У того, что действительно важно, у радости, вдохновения, красоты нет возраста. Орифлейм. Красота как образ жизни.